Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович. Сегодня мы поговорим о инструменте. Есть у нас уровень Bosch, модель DNM-120. Вот. Случилась у нас такая проблема, что стала заедать кнопку выключения. Вот. То бишь он во включенном режиме все время находится. Вот приходится вынимать батарейку. Вот, для того, чтобы его выключить, чтобы батарейку не высаживало. Вот. Мне уровень этот очень нравится, моему коллеге не очень, предпочитает он адовский. Вот. Данный уровень на данный момент стоит порядка $150. Вот. Показывает он до десятых, примерно как сейчас. Вот. Если перебат меньше, чем десятый, показывает 0,05. Вот. Больше у него значений нет, допустим, как в адовский, прям до сотых там 0,01 показывает. Вот, нужно его сейчас еще будет откалибровать. Вот, и перейдем к сути, что нам потребуется для ремонта данного уровня, чтобы сделать так, чтобы кнопочка у нас работала, выключалась. Понадобится нам отверточка, маленькая, набор инструмента мелкого. То есть раньше этот инструмент, наборчик был куплен для ремонта отверточек, ремонта мобильников. Вот, очень хорошо, кстати, себя оправдал. Вот, приступим. Что мы делаем? Вот здесь у нас таких два пазика есть. Для того, чтобы достать батареечку. Батарейка у нас крона идет. Вот, разбираем. Дальше переходим. Достаем из нашего звездочку наборчика. Магнитная головка, кстати. Скручиваем. Вообще проблема, почему так получилось. В последнее время мы часто этот уровень используем как правило, можно сказать. То есть где-то что-то подштукатурить там. И так далее. Раньше было основное это укладка плитки, вот, где он применялся. Но сейчас вот почему-то мы его решили немножко загрязнить. Вот. Защитная такая здесь бумажка, чтобы пыль у нас не летела. Тут болтичек откручиваем. Вот видим следы эксплуатации. Вот у нас видно, что на плате протекала, видно, где-то зашла вода. Вот остатки это желательно будет убрать. Мы это уберем. Вытрем, все почистим. Ну и вот что мы видим, корень нашей проблемы. Все кнопочки у нас забились песком, цементом, раствором, всем чем только можно. Вот, поэтому кнопочка у нас не нажималась. Точнее, она нажималась, но результата никакого не давала. Сейчас мы это дело все вычистим, протрем, почистим и будем собирать. Итак, собрали мы наш уровень. Вот. Что хотел вам показать, как он показывает до сотых такое значение. Вот. Здесь у нас есть по бокам на экране стрелочки, которые показывают, что нужно сделать для того, чтобы выйти в ноль. Нам, соответственно, нужно либо эту сторону приподнять, либо эту.
опустить. Вот, допустим, я здесь подложил. Вот, у нас 0. И теперь нам остается вставить батарейку в сам уровень и откалибровать его. Всем удачи, покупайте хороший инструмент, и будет у вас качественный ремонт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.